Итак, заготавливаем черенки следующего дерева. Десертный железово. Также режем от наличия прирост. Валерий Александрович, мы видим, однолетние приросты не отличаются цветом. Вот еще, но он маленький. Это маленький. Но здесь очень большая загущенность, поэтому его нужно будет прорезать, чтобы на следующий год побегов было больше, которые можно будет использовать на прививку.